Тобольск просто обожаю, это моя родина, самый любимый город на свете. Любовь к Тобольску объединяет всех этих людей. О нежном отношении к городу они признаются без устали. И вот теперь здравицы и поздравления звучат в их адрес. Дорогие друзья, я искренне желаю всем благополучия и мира. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям. С праздником! С днем рождения, Тобольска! В зале Дворца Наместника сотни тобыляков. У каждого в жизни есть маленькая победа, которую, может быть, не громко, он посвятил Тобольску. Светлана Хорошева более 30 лет воспитывает детей. Их тысячи сегодня радуются за нее. Заведующая детским садом награждена знаком за заслуги перед городом. Такой же награды удостоен Владимир Мишарин. На сцене города он выступает с 70-х годов прошлого века. Ни одно поколение тобыляков выросло на его песнях. Сколько концертов я не делал дома, постоянно у меня народ, извините за такое слово, битком зал. Но у меня здесь тепло и уютно, если говорить честно. Подняв высокую планку профессионализма и человеческих отношений, эти люди показывают пример, как жить и служить родине. Надежда Жукова стала волонтером. В период даже вот зимних этих холодов вот мы ходили к нашим воинам и СВОшникам, родителям, помогали, таскали дрова, чистили снег. И вы понимаете, и это вот прям вот это чувство их благодарности, как посмотришь у них в глазах, да, это теплота и это непередаваемое ощущение, вы знаете. Наталья Важенина пропагандирует здоровый образ жизни, вселяет людям оптимизм. Я здесь 17 лет, всю свою сознательную жизнь уже 40 лет, и я очень люблю Тобольск. Я очень люблю. Это я воспринимаю день рождения Тобольска как свой собственный. Юлия Савиных, Ольга Куричка, Михаил Куричка. Тобольское время.